Люди стали больше или меньше пить? Больше. Больше, да? Но на самом деле статистика. В Бресте очень хорошо стал жить, поэтому очень много пьет. То есть вы считаете, чем лучше люди живут, тем больше они пьют, да? Да. А они обратно зависимы, что наоборот, чем хуже, тем... Нет. Вообще, день трезвости способствует, вы считаете, чаще алкоголизм? То есть это действует, вы считаете? Ну, действенно, да. Действует. Вчера возмущались во дворе мужчины, да. Значит, подействовало, что только пиво без водки. А не считаете вы, что сегодня это не восполнит, так сказать, вчерашний пробел? Может быть, не хуже. И в двойном количестве? Может быть. Может. Но все равно вы считаете, что нужно проводить это? Нужно. По-моему, кто хочет купить, то купит в такой день. Ну, вообще положительно, конечно. Хорошо. По-моему, говорю. Кто хочет купить, тот купит и наперед, и... Заранее приготовиться. Ну, конечно. Как вы считаете, люди сейчас меньше стали пить или больше, чем например? Я не знаю. По-моему, кто пил, тот и пьет. Мы раньше боялись на работу сообщать все, а сейчас никто ничего не боится, сейчас все открыто. Так что, по-моему. Скажите, какие меры вы можете предложить по борьбе с алкоголизмом? Я какие меры? Да. Ну, надо дома, чтобы смотрели. А что я могу? Меня никто не пьет, поэтому как бы мне все равно. Свинья везде грязная делает. То есть вы считаете, что это недейственно? Я думаю, что нет. Надо на мозги людям воздействовать, а не на программу. Так же, как и наркотик. Если я его не потребляю, да мне хоть его тут насыпь целую корзину, я его бесплатно не возьму. Как вы считаете, люди стали сейчас больше пить, чем, например, 20-30 лет назад? Конечно. А почему вы считаете, что происходит? Да потому что, понимаете, народ сейчас, и молодежь в основном, тогда было сложно, трудно жить, и надо было молодым людям выживать, так сказать, работать, стараться. А сейчас доступно много всего, свобода, так сказать, мама с папой помогут, то все остальное. Поэтому не занятость, а занятость, когда человек занят, и в голове, как говорится, надо трудиться. Ему некогда не пить, некогда думать. Вы считаете, это безделье, да? Да, я считаю. А какие вот вы считаете меры вот сейчас можно было бы применить, чтобы бороться с алкоголизмом? Сложно. Это все от семьи зависит, как семья воспитала, и как все остальное, как привили любовь. Например, детям, вот как родители, там то все остальное. Это очень сложно. Мы же тоже учились, мы тоже были студентами. Мы тоже учились, но, понимаете, в голове даже мысли не было. Мне было 25 лет, и первый раз попробовала шампанское на свой день рождения, когда закончила. Я вам серьезно говорю. День здоровья. День здоровья, правильно, да. Да, в связи с этим не продавался алкоголь в магазинах. Да, да. Как вы считаете, это действенная мера для профилактики алкоголизма? Ну, что не очень. Что-то за один день решает. Не решает вопрос. Это так. Настоящие они запасаются заранее. А если почаще его проводить этот день, как вы думаете, будет это действенная мера? Ну, запротивительно, ведь известно, что она же не является эффективной. Воспитывать людей надо, разъяснять. Каким образом? Начиная вот у школы и дальше. Потому что распущенность, особенно в последнее время, в этом плане. Вот у вас жизненный опыт большой, как вы считаете, вот в прошлом пили люди больше, чем сейчас, или меньше? Меньше. Я вот только считаю, что это просто упущение воспитания. Вот это вот, и все, теперь всякая встреча заканчивается, начинается чем? Заканчивается неизвестно чем. Правильно? Ясно. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот, допустим, есть такая статистика, что в год человек для, скажем, критическая норма 8 литров в год целого спирта чистого. Белорусы употребляют больше 12. Как вы считаете, это совместимо со здоровым образом жизни? Мне трудно судить по этому, но я думаю, что если республика занимает одно из лидирующих мест в Европе, то это, конечно, не здорово. День здоровья. День здоровья. Ну, в связи с этим бензина? Не продавали. Хорошо, как вы считаете, это как-то влияет на употребление алкоголя нашими гражданами вообще? Собствует профилактика алкоголизма, да? Ну, может быть, в каком-то роде. Но для тех, кто регулярно, мне кажется, это им ничего это не дает. А если чаще, например, проводить такие дни, как вы считаете? Есть? Если чаще, да. В первую очередь, наверное, это надо молодежь больше контролировать. Мне кажется, просто пили, наверное, одинаково. Просто раньше это как-то не так распространенно все-таки было на людях. А если о молодежи говорить, раньше она больше пила или? Нет. Все-таки меньше. Меньше, да. Все-таки был какой-то контроль был. Наверное, со стороны родителей больше было. Ну, допустим, говорят, что можно вино чуть-чуть красное пить. Как это относится? Ну, если, может, какие-то семейные праздники, может быть, в меру всего по чуть-чуть. Но не так, как сейчас. Чуть-чуть не бывает, наверное. Вы считаете, культуры питья у нас нет?
нет, я думаю, что может, если какие-то семейные истории там, ну, конечно, в нормальных семьях, наверное, эта культура все-таки есть, но... Ну, чаще это все заканчивается. Какие сейчас у молодежи, там, к примеру, те же отмечания праздников? Уже, наверное, до грани. Положительно. Вы считаете, это может быть как практика алкоголизма, или это не влияет на людей, которые хотят выпить? Как вы думаете, вот сейчас молодежь даже больше пьет, чем, например, 20-30 лет назад, чем, скажем, наши родители? Да, намного больше, мне кажется. А почему? Почему так случилось? Складывается. Не знаю. Ранее, может, такая вот машина. То есть раньше за сливок лучше доступнее алкоголь стал? Ну, вы знаете, да, что в магазинах алкоголь не продавался вчера. Как вы считаете, это действенная мера, скажем, или нет? Нет. Нет? Вы думаете, что кто хочет, тот выпьет? А где взять? Бары, рестораны. А как вы считаете, что может помочь, допустим, борьбе с алкоголизмом? Знаю, ужесточать законы. Ну, допустим, таких сильных алкоголиков надо как-то привлекать, чтобы работали они часто. Сейчас молодежь больше пьет, чем 20-30 лет назад, или меньше? Сейчас больше пива. То есть слабо алкогольные напитки, да? А это еще вредит. Ну, конечно, да. Допустим, вы считаете, даже алкоголь, даже маленькая доза, совместима со здоровым образом жизни? Я думаю, небольшое количество.